продаже Toyota Corolla, это 2014 год, максимальная комплектация. У нее полностью зеленый отчет. Кузов отполирован, покрыт керамикой. Сделан детейлинг салона, также кузова. Это 1.6 на вариаторе. Штатные партроники перед-зад. Заводское литье оригинальное. Абсолютно новая резина 23-го года, липучка. Она на бесключевом доступе. Естественно, складывание зеркал. Все стекла заводские Toyota. Подогрев зоны дворников. Новые щетки. По кромке и крыше никаких вопросов нет. По комплектации стабилизация, мультируль кожаный, партроники, режим спорт, она на климате, на кнопке, на камере. Резина один комплект, сделано ТО, масла, фильтра, свечи. По ходовке ничего делать не надо, стойки здесь уже менялись. Единственное, что потребуется в ближайшем, это поменять тормозные диски, как кончатся колодки. Здесь они еще заводские. Есть легкие недочеты по заднему бамперу, видны только вплотную. Какие-то эксплуатационные моменты, но в целом ничего критичного по машине нет. Тем более в такой хорошей комплектации. Все стекла Toyota. И сигнализация, естественно, с автозапуском. Арочки у нас без коррозии. Здесь так все выглядит. Суппорта. Резина на 16, 26 неделя 23 года. Тоже никакой коррозии нету. Вот эти тормозные диски я бы поменял при следующей замене. Суппорта, посмотрите, не крашеные, не мазанные. У автомобиля три хозяина, повторюсь, зеленый отчет. Есть несколько косметически крашеных элементов. Сейчас пройдемся толщиномером. Есть вот такие моменты по лаку от багажника. Сильно не стали их полировать. Можно попробовать, сказали, еще со шкуркой пройти. Здесь у нас заводской окрас. Такая есть притертость. Здесь была вмятина, убирали беспокрасочно. Вот эта дверка у нас по косметике красилась. Порог у нас целый. Здесь у нас заводская краска. Вот здесь есть небольшой дефект. Тоже была вмятина. Убирали без покраски. Поэтому наклейки здесь нет. Полировкой все убралось. Здесь все целое. Крышка багажника заводская. Грязь, видимо, или еще что-то. Здесь ничего не красилось. Крыло у нас с аркой целое. 140. Здесь тоже немножко есть. Эта дверка у нас крашена. Без шпаклевки. И вот это. Крыло у нас целое. По порогу был ремонт. Подминали его. Здесь где-то была шпаклевка, не помню.
вот здесь, вот в этой области. Но порог не вареный, не пиленный. Крыло заводское. Стойка заводская. Капот заводской. Крыло заводское. По сколам минимальное количество. Ну, какие-то есть, конечно. Капот не крашеный. Зеркала все целые. Мотор работает отлично. Да, еще ремень навесного оборудования стоит новый. Здесь у нас все заводское. Капот не крутился. Январь 14 года. Радиатор в отличном состоянии. Телевизор заводской. Январь 14 года. Здесь никакого демонтажа нет. И не было. Все целенькое. Аккумулятор отличный. Вопросов никаких нет. Номер двигателя соответствует оригинальному ПТС. Здесь все целенькое. Здесь все сухо. Здесь все сухо. Здесь силовая вся конструкция абсолютно целая. Капот, естественно, тойотовский у нас. Часть закрою. Маркировка здесь оригинальная. Засечки на них. Да, вот этот вот крученный. Скорее всего, когда двери красили и снимали. Вот эти болты у нас заводские. Но покрашено хорошо, разнотона никакого нет. Сейчас замерим проемы. 90, 113, 81, 80. Все целенькое. Двери внутри не ремонтировались. Герметики без следов коррозии. Здесь наклеечка на месте. Здесь все целое. Ремешки у нас 13 года, потому что машина у нас январь 14-го. Здесь никакой коррозии нету. Все четко. Вот такие точки есть. Это Турция. Здесь микро. Здесь такие вот есть. Надо обработать их. Фары оригинальные. Фары оригинальные. Здесь нет никакой коррозии. Здесь нет никакой коррозии. Здесь болты не нет. Здесь демонтажа нет. Все четко. Табличка на месте. Здесь все четко. Смещений никаких нет. Герметики все заводские.
пробег у нас вот такой. Это оригинальный ее пробег. Камера заднего вида работает. По тест-драйву никаких нареканий нету. Вариатор работает идеально. По ходовке ничего не стучит, не бренчит. По рулевому вопросов нет.